самом деле кубок всегда такой, да, правильно, специфичный турнир такой. И как показывает вообще на протяжении многих лет, что простых побед вообще тут не бывает, по крайней мере, у наших игр. Так как могли сегодня и свободно, в принципе, забивать там 3 мяча и спокойно контролировать мяч. И логическое завершение должно было быть какое-то. Но при этом не забили свои моменты, пропустили первые на протяжении всей игры, отыгрывались. Но у нашей команды есть характер. Все ребята молодцы. Рад за себя, что забил Эдер. Все рад, что забил рукой, правда, но забил. Как бы, слава богу, что победили. И наконец-то, вот помню, тот матч с крыльями тоже такой был непростой. При этом тоже забили, отыгрывались, но потом пропустили. Поэтому рад, что сейчас удача на нашей стороне. Надеюсь, это поможет нам и в дальнейших матчах. Сейчас очень сложный график. Через несколько дней чемпионат России, через неделю Лига чемпионов. А как будете справляться? Что-то... Ну, самое главное сейчас восстановиться. Я считаю, в чемпионате не самые лучшие дни у нас наступили. Но я считаю, что эта победа должна окрылить нас и придать нам сил. И восстановление должно пройти быстрее, легче. И поэтому уже с положительными эмоциями готовиться от матча к матчу. То есть сейчас Ахмат, потом Лига чемпионов. То есть, ну, это тоже для чего мы вообще играем в футбол. Эти матчи, Лига чемпионов. То есть это... Хорошо, что вообще так есть, на самом деле.